Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вы знаете, вот сегодняшнее мероприятие, сегодняшние коллеги – это такая мечта для министра цифрового развития. Вот представьте, лет 15 бы назад позвали министра, ответственного за информационные технологии, на такую коллегию. Я, наверное, бы долго говорил про разные технологические особенности, про цели, связанные с информационными системами, с цифровизацией. Сегодня, придя сюда, я увидел ролик, с которого начиналась коллегия. Да там ни слова не было сказано ни про сборы, ни про каких-то нарушителей, контрабандистов. Это был ролик про цифровую экономику, про информационную систему и про данные. Поэтому потом выступил первый заместитель председателя правительства, который четко озвучил все задачи в рамках именно цифровизации и работы с данными. Во всех сегодняшних выступлениях данные было главным мотивом. И действительно, на сегодняшний день и налоговая, и таможенная служба работает уже, или говорит уже больше не о работе там, с людьми, с контейнерами, с грузами, и даже не о количестве собранных денег. Ваша работа – это работа с данными. И вы уже активно вошли в новый этап, в эту эпоху цифровой экономики. Вы уже там, и вы в этом плане надежнейшие партнеры Министерства цифрового развития. И здесь мне остается в своем выступлении только сказать, что, коллеги, мы плотно работаем с вами сейчас, очень плотно и много, и не мне вам об этом рассказывать. И мы готовы поддерживать любыми способами вот те ваши идеи, те ваши наработки, те задачи, которые перед вами стоят. Спасибо.